Продолжается трехмесячник по охране водных биоресурсов. Ежегодное ограничение на рыбалку вступило в силу 1 марта и продлится до конца весны. В период, когда рыба идет на нерест, запрещен лов в лиманах, водоотводных каналах, с мостов, причалов и других гидросооружений. То есть практически во всем водном бассейне Краснодарского края. Но, как показывает практика, не все понимают необходимость соблюдения данных правил. В ходе проведения рейдовых мероприятий специалистами Росприроднадзора, а также Азово-Кубанского отдела государственного контроля, надзора и охраны водных биоресурсов и управления сельского хозяйства в трех лиманах Славянского района были обнаружены бесхозные браконьерские сети в количестве 14 штук. Данные сети лесковые не являются истреблением рыбных запасов, в частности рыба в них запутывается и что, как результат, приводит ее к погибанию. Также сети наносят урон животному миру. Это непосредственно птицы, живность, которая в ней запутывается и помирает. Нахождение рыбакам-любителям с данными орудиями лова на водоемах жестерской группы лиманов запрещено. Сети лесковые относятся к запрещенным орудиям лова. Они были изъяты, запакованы и переданы на утилизацию. Напоминаем, ограничение на вылов рыбы продлится до 31 мая. До этого времени лов будет считаться браконьерством. За нарушение постановления грозит административная ответственность в виде штрафа от 2 до 5 тысяч рублей с конфискацией орудий лова. Анна Монастыренко, Александр Косицын, Александра Тимовская, программа «События».